Давай. Всем привет, дорогие друзья. Мы снова здесь, и снова мы отправляемся в путешествие. Поиграем немножко за торгашей. Да, за торговцев. Ну что, погнали? Погнали. Так, все, у нас уже корабль готов, все готово, отправляемся. Так, у нас задание мы уже поставили. Вот, да. Торговый союз. С ананасом бегает такой. Адмирал с ананасом. Тоже неплохо. Так, слушай, ну смотри, от острова куда начал плыть? Они, походу, отсюда и плыли. Пойдем метки ставить. Да. Не плыли они куда-то, не то никуда. Ой, плыли они в лавку диких сокровищ. Я буду тебя держать. Короче, вот по такому маршруту нам надо. Угу. Ну погнали. Так, кто сегодня будет управлять кораблем? Вперед, адмирал! Вперед! Ну го, ладно. Погнали. Давай, давай, походи. Блин, еще этот как его. Чё? Птица так поднимается, когда якорь. Ну, когда якорь поднимаешь, да, то да, птица... Птица очень красиво. Прикольно сделано. Так, надо сейчас еще смотреть эти птичек, смотреть, да? Да, на горизонте. Птички... Птички ума. Мы правильно идем? Ага. Не, ну вроде как правильно. У вас мастер на все руки управляет там, я не знаю, все готовит, весь очень офигенный этот самый чесночный соус, да. Если те, кто не знал, о, видите, даже рыбу умеет готовить. О, какая она. Не, если ты, конечно, хочешь, я могу тебе чесночный соус вам дать, как тебе вкуснее было. Опа-па-па-па-па-па-па-па-па. Птички слева. Ага. Чуть не это, не проскочили. Так, там надо искать бочку и среди не будет. Да, вот как раз и подсказка. Ага. Первую подсказку нашли. Берем курс на дом, где живет меткая Шарлотта. Что не дождусь возможности пустить в тело новый мушкетон. Нокая бухта, там есть что-нибудь. А что можно посмотреть? Так. Ну, в целом, держим курс на одинокую бухту. Угу. Это остров позади нас, так что надо разворачиваться. Бегу. А, ты, кстати, среди них ничего больше не нашел, там ящики? Вот, ящик один поднял. А, он один и был, да, там? Да, да, да. А в бочке записка была, что? Ладно. А никакого ключа там не было, да? Ну где-то только вот записывала и все. Ну все, ладно. Ну там больше ничего и не блестит, как бы. Понял.
Так, нам куда там? Будет только бухту, да? Да? Ну, здесь рядом. Так, мы уже подплываем. Ага. А с кем-то надо поговорить, не вот с этой, нет? О, как раз таки. Метка Шарлотта нас ждет. С добром. О, Шарлотта, привет. Who goes there? Мы приберем себе. Мне там, по-моему, ключ. Ой. А я зачем? Извините. Читать не успел. А ты ключ там не забрал? Там, по-моему, ключ был, нет? Не знаю, сходи. Я вижу птички справа. Ну конечно, вот он ключ. Самый главный, самый нужный. Его надо забирать точно. А Шарлотт нельзя забрать? Ну, я бы хотел ее забрать, но вот, ну, к сожалению, нельзя. Угу. Так, ну и нам надо искать подсказку дальше. Там есть что-нибудь, во что можно пострелять? Может быть, в бочке какой-нибудь? Я не в курсе, как бы. А там написано, во что-то пострелять тогда? Да, там есть что-нибудь, во что можно пострелять. Ну, это вопрос, опять Подожди, же. Подожди, а тут где-то сверху, может, какие-то, не знаю, мишеньки какие-то? Может быть, это просто как упоминание такое скользкое. Либо же нам опять надо будет идти в море и искать эти птицы. Ну, птицы есть уже рядом, я видел. Ну, тогда поплыли, надо искать их. Просто я тут немножко не очень пойму, во что можно пострелять. Допустим, в эту бочку. О, кстати, я попробую ее закопать, может. Ты думаешь, у нас получится? Давай, входи быстрее. Не, подожди, надо сначала с этим сражаться. Только ты убеги, пожалуйста, подальше от бочки. Угу. Блин, тварина, блин. Все, отлично. Думаешь, у нас получится? Я еще ни разу это не делал. Давай, я готов. А, нет, я не то сделал! Я по ошибке начал копать вместо закапа. А копать какой, левый или правый ключ? Правый надо. Я тоже левый нажал по ошибке. Да, бочки это есть. Ну, было весело все. Да. О, какой-то горшочек тебе прикольный. Горшочек меда. Ага. Ты где такой надо был горшочек? Не знаю. У меня как-то все само появляется. Горшочек надо. Так, ну смотри, у нас справа вот есть уже птички. Ну, были тут где-то.
Я же их видел. Нет. Вот они, мне вот, кажется, справа птички. Мне кажется, это не те птички. Ну какие не те? Чайки летают. Ну чайки-то они чайки, просто они не в нашем направлении, так сказать, недалеко. Да. Может быть, это бочки обычные. Это я не знаю, просто во что здесь можно пострелять тогда. Ладно, я думаю, мы по птицам определим корабль. Главное, ключ у нас есть, уже хорошо. Главное, ключ нашли. Это Форт Фортуна горит, да? Да, вот этот красный череп, это Форт Фортуна. Может, нам сходить в него? А там что нам делать? Просто волны продержаться какие-то, да? Ты что, не помнишь? Мы же сражались. Да, я уже позабыл. Ну, это хороший повод, чтобы... как-нибудь его зарейдить. И вон еще входит в портик есть. Так, вы высматривай прямо по курсу птицы должны быть. Я тут тяну, как в Африке. Как у кое-кого в одном месте, да? Ну да, я не стал уж говорить про это. И так все знают. Где эти птички? Не, ну не только же в Африке. Так. Вы можете залезть наверх? Да, как вариант. Тут как бы не лучше, как бы. Чуть-чуть светлее Африки. Слушай, мы правильный курс выйдем, да? Да. Абсолютно. Да. Народ, ну короче, кто увидит птички, пишите в комментариях, что они где-то здесь. Потому что я их не вижу вообще. Ну серьезно? Даже не, но не обязательно же они должны прямо из него. Может быть в конце пути где-нибудь не заспаунится. Да, тоже верно. Больше, а у тебя где-то бутылочки рома, нет? Да мы продали то сокровище, помнишь? Блин. А-а-а. А то тут наверху холодно. Да, были бы попьянее. О, а там слева приключения Джека Воробья. Да, я помню эту грамму. Офигенная тема, да. Но птичек я пока до сих пор не вижу. Это потому что мы плывем кое-как. А, слева вижу птиц много, но это корабль, наверное. Вот он и есть, наверное. Где слева? Это самое. Получается у нас на 10 часов мы. На 9 уже. Где? Я не вижу. Ну вот слева смотри. Ой, я понял. Это мне кажется он и есть, наверное. А, нет, это не он. Он должен быть полностью затоплен. Ну не факт, может быть там что-то.
торчит. Не-не, это факт. Он должен быть полностью. Ладно, тогда ищи дальше. Да, правее выворачивай тогда. Да, может и в самом конце он там. Птица, птица, птица. Да, ребят, нам нужны еще игроки, чтобы поплавать на бриге, на галеоне. Если есть желающие с нами поиграть, пишите в комментариях, заходите в Discord. Всегда рады с кем-нибудь поиграть. Так, ну, конечно, с адекватными все. Не школьники там, все дела. Это понятное дело. Догадался, не ходи. Блин, чё-то я ничего не вижу. Я тоже прям уплыл. Придётся, походу, возвращаться. Может, скид тот был корабль? А вон слева птицы, смотри, какие. Вот слева птицы. А вот это, походу, это наш пациент. Адмирал, заворачивай. Да. Так точно, сэр. Даем сигналочку. Да, да, без палев. Что, мы нашли корабль. Вот так прямо идем, ага. У птички как спрятались-то, блин, а? Ага, нам ответочку дает. Понятно. Да вы офигели, с двух пушек? Так, птички подходим. Так, справочка с фактория. Фактурио. Тормози. Так, я беру ключ. Погнали. Вот это он. Да. Остров корабля, горе бог. Понимаешь? Акулу как... сзади. Хорошо, хватит, что ты меня прикрыл. Так, я открываю гробницу. Готово, акула.
Сколько добра-то, ё-моё. Ящик. Но это не самое главное. Главное найти эту, как его. Накладную его. Чё ты не задохнулся? А там в самом корабле что-то есть еще? Да, да, поищи, пожалуйста. Там давай, я сейчас корабль проверю сейчас. Там должен быть капитан, и он... рядом с ним должна быть накладная. Тут просто это самое жрачка есть хорошая. А, вот капитан вижу, да? Что-то нашел накладную? О, пришли, блин. Че? Да эти пришли, скользкие твари. А, это не такие, да. Еще акул с собой это призвали. Так, я сразу на корабль отнесу. Да, конечно. Начались, блин, завывания морского народа. Товар, товар. Деньги крутятся, ловеха мутится. Что ты собралась, выкаешь? Так, это в сторону. Я пока гоняю этих самых. Я, да, я вижу, что там сражаешься. Ай, блин, завалили. Стой. Сейчас спасу. Я успею. Успел. Пошел отсюда. О, вас. Меня опять, говорит, что такие фиганули меня? Блин? Я офигела, блин, акула. Акула, а, акула меня фиганула. Слышь ты, засранец. Убью так, мать твою, а ну иди сюда. Блин, какой он крепкий, офигеть. Ой. Ой. Я вдруг осознал, что я стал японцем. Да. Да. Только начал жрать с это сырую акулу. Ты все поднял, да? Вроде как, да. Лови, дебил. Блин, попал. Да так как?
там много вообще. Ща мы проучим. Я сокровища никак не. У вас уже все это. Все скинул. Да. Это не жирный, конечно. Вон там она вдалеке была. Куда? Ну иди сюда, засранец. Ага, идет. Ну что, это все что ли? Так, на корабле больше ничего нет, да? А, нет. Еще один остался. Вроде как нет. Надо его завалить. Да я плыву, я плыву. Отлично есть. Да вы офигели, сколько вас? Блин, вот они, конечно, говнюки. Ты еще и акула появилась? Да вообще пипец. Блин, я за патроны. Так нечестно. Блин, да у тебя акула опять сгорела. Это ты любишь. Ты, я так понял, это Борман любишь. Да, да. Курочка. Что это было? Как? Я, по-моему, только что на секунду оседлал акулу. Что за баги? Да как так-то? Ты да, живой? Ну, и сил вниз. Да и практически. Если ты русалка. Русала. Где еще поеду? Я не знаю, когда они успокоятся, ты серьезно. Вон еще один. Все, ну, блин. Все. Мы их попустили. Когда они успокоятся? Все, по-моему. Да нет, не все. Еще появились. Кончаем какая-то волна. А, вот этих потом с трезубцами убить 10 штук, короче. Еще двоих надо. Взял камень, да? Да, конечно. Че, все, они испугались? Не, ну как бы звук вот этих завываний есть. Я их что-то не вижу. Не вижу. А ты забрал на клад. А, вот они. Одна крайняя. Куда ты собралась-то? Вообще плывут. Где патруль нужен? Надо убить еще вот с трезубцами. Слышь ты, она там хилила кого-то. О, камешек. Отлично. Спасибо, русалка. Плыви сюда, ты. Хватит завывать. Не сегодня. Завывает он. А где еще идут, что ли? Я не понимаю, когда закончится, типа.
бы. Она должна закончиться, эта волна. Должна рано или поздно закончиться. Может она продолжаться бесконечно? Я воспрыгну в воду еще раз посмотреть. Пока нет. Опять. Вроде все где-то. Да вот опять они плывут. Слышь ты офигел что ли? Истребление русалок. Да вот. Я за патронами. У нас китобойное судно, походу. Во-во-во, появился этот черт. Где? Давай, фигари. Пойдешься. Есть. Папа. Еще один остался. Тебе тоже достанется, дорогая. Ух, Борбан, мы сейчас суши-то наделаем, ё-моё. Да вообще, не говори. Сейчас я возьму еще ружьишко, бля. Чтоб для полного счастья было, да? Опять не прекращается. Эпопея. Походу, это реально будет бесконечно. Нам главное еще одну убить эту. А можно эти камешки, кстати, так фармить. Ну где они? Ты их видишь? Можно эту серию назвать русаличьи баталии. Да. Потому что по большей части мы только этим занимаемся. Русаличный острел, бля. Русалка, где вы давай? И русаличий тир. Все, что-то они испугались, походу. Конечно, испугались. А что тогда музыка такая играет? Ладно. Не, надо одну еще убить, да. Трезуб создать. Ну что, зря мы тут плаваем? Давай подождем еще. Я жду. Подходите, давайте по одному. Побояться спокойно. Правильно, насколько можно звездюлей получать от нас. Они уже не хотят, они уже поняли. Это бессмысленно с ним сражаться. Что, кстати, задание? О, нет, мы туда не поплывем. Спасибо большое. О, появились гады. Иду. Ну, куда ты поплыл, родная? Или родной? Потом вас эти крыпа поделили. А, у меня патронов нету, черт. Во. Так, где ты их нашел-то? Да вон они. Это все, что ты можешь. Не надо тут никого призывать, а пойдем.
что, есть? Давай, где главное? Выходи. О, акула появилась. Акула. Иди сюда, родная. Хе-хе-хе-хе. Пыталась меня атаковать. Так, ну что там? Где она? И какие там? Да блин, что еще зазывает вообще? Я пойду пока это акула, пожалуйста. Да, я еще раз плавал на корабль, потому что они от этого агресса может. Мы сейчас говорили о суше, и мне теперь захотелось суши. Сам последний. Во, смотри. А, вон она. Есть. Не уйдешь сразу. Есть. Я не знаю. Все, попали отсюда. Тебе дали? Да. Все, валим. Уйди, проклятая, блин. Больше не возвращайся. Ну, отлично. Походу они реально бесконечно появляются. Потому что... Так, тут что-то пожарилось уже, аккуратно. Нет? Короче, это... Погнали. Погнали дальше. Так, а нам сейчас что-то сдавать? Да. Кому сдавать-то будем? А кого хочешь? Может, торговцам сдадим, а костям потом. Давай. Ближе форпост какой есть. А, ну вот старый зуб есть. Ой, не вот хочу. Стальной зуб, где? Не, это мы долго там. Почему? Блин, а так плыть до другого очень далеко. Ну ладно. Ну, на факторе, хорошо, смотри, без человека. Блин, да стальной это ё-моё. Чё? А шо ж ты мне не сказал? Ты не там попал, что ли, чё? Да вот же, я думал, он у нас на востоке, а он оказался вообще на юге. Сейчас разверну корабль. Я думал, ты видишь, я же тебе там на карте оставил. О, корочка. Акулья. Don't let them hear us. Don't worry. I'll keep watching him while you're out hunting.
Кстати, возле костра Мэрика можно посидеть, прикинь. Oh, I miss you already. Did he see you arrive? Careful, he's got his undead eye on us. Не, вообще тут много разных таких, даже не, как сказать, интересных вещей, которые можно поглядеть. Тут тоже вот птички. Так, ты сейчас правильно делал, да? Ну, вроде как, да. Так, ну нам осталось уже немного. Да. Пришвартовывайся, ты. Ага. Все, убирай паузу. Так, беру книжку. Пойду сразу давать. Главное, это книга. Мадам, книжку принимай. Неплохо, неплохо. И торганули, и русалкам накидали, да? Да, вот же.
Нифига себе, а что это было за там 3000? Ну пепельная какая-то. Так, ну это совсем что-то 1100. Вот это старое. Там же есть перегрузка у нас, надо было все это. Да, можно и так, пока разница. Ну да, тут близко, то есть. Сапфирчики, сапфирчики. Сапфиры неплохо идут. Вообще хорошо идут, да. Не зря русалок долбили. Угу. Мы их долбили, 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 долбили. Так, ну чё, ставлю ещё одну? Да не знаю, просто как бы... Мне уже по-хорошему надо заканчивать. Mm-hmm. Ну тогда на сегодня всё. Поплавали, нашли корабль. Ну, можем продолжить потом ещё, при желании. Не имею в виду сейчас, завтра. Ну, да. Потому что мне уже... Давайте погнали. Всем пока-пока.